Друзья, всем привет! Сегодня будет интересный день, много съемок. Вот, и вы давно просили показать родителей. Ну, естественно, мать с сестрой показывать я не могу, потому что они спортом не занимаются. Вот. Отец как бы тоже сейчас спортом не занимается, но я его попросил прийти. Вот, то есть он расскажет, чем он занимался, как, что. Посмотрим, какие у него сейчас показатели. Вот, и, собственно, как раз тоже говорили там за генетику постоянно и так далее. То есть ростом я пошел в мать, но именно форма мышц, то есть именно, ну, там длина трицепса, то есть вот это все одинаково, то есть как у отца. То есть примерно там предплечье, то есть форма бицепса, это уже все по его линии пошло. Вот, поэтому сегодня все посмотрим, разберем. Думаю, будет интересно. Мне даже самому интересно узнать, сколько сделает отец, потому что только в детстве, если честно, вместе что-то делали, занимались ими там на турниках. Ну так, чуть-чуть, вот. Уже с того времени прошло, считай, там с 1-2 класса уже сколько там лет. Если там было лет 7, наверное. Ну уж лет 18 прошло, наверное. Может, чуть побольше, поменьше. Вот, так что вперед. Ну, в общем, вот, собственно, мой отец. Сначала просто представьте, где родился, сколько лет. 6-й десяток. Родился в Мордовии. Республика. Ну, тогда было Мордовская ССР. Сейчас Республика Мордовия. Вот. Ну, деревня как называется? Деревня Алкаева, Темниковский район. Со скольки лет примерно спортом занимался? Ну, не знаю, начал. Как в школу пошел. Там, может, класс 3-го. Ну, а конкретно чем? Что любили, что делали? Да чем все заставляли, да и то и. Ну, а что вас заставляли? Ну, зимой на лыжах бегали, в хоккей играли. Ну. Летом футбол, бег. Ну, турниками, ты говорил, занимался так. Ну, турниками, да. А что делал на турниках? Ну, пойдем переворот, этот склепка, как там она называлась. Выход на две руки. Что еще? Все стандарт, как все раньше. Солнышко, да, говорил? Ну, солнышко я как бы крутил, ну, с ремнями. Ну, потом ударился грудик, как бы это, перестал. Ну, солнышко это уже было, когда служить пошел. 18 лет. Ну а так, ты помнишь примерно, сколько отжимался за подход? От пола, от брусьев, подтягивался примерно? 25 подтягивался я. Раз 25, наверное, да. А отжимался сколько? От пола? Да. Ну, за раз, может, раз 40, не знаю. Так, я сейчас не помню. На брусьях не делал? На брусьях вот так вот, ну, отжимался. Ну, сколько примерно? Двадцатка, ну, за была? За двадцатка была, наверное. А со штангой работал? Со штангой, когда служил, там у нас был зал. Ну? Ну вот ходили там что-то мы. Ну ты помнишь что-нибудь, какие веса там брали, что делали, не помнишь? Ну веса не помню. Помню, сослуживец был, но он на год был старше. Латыш он был. Латыш, он высокий был, может 1,90 м, не знаю. Ну. Но у него руки были длинные, а веса мы с ним брали, ну что он, что я, как бы это. У меня просто рука короткая, мне, может, ручей, проще было. Понятно. А где служил, ты расскажи. Служил в Калининградской области, город Приморск Новый там. Отряд там у нас был, на флоте. А физподготовка там была или так, чисто по желанию? Ну, была с утра, конечно. Ну, вас там заставляли что, отжиматься, подтягиваться? Ну, бегали, отжимались, на турниках подтягивались. Ну, а бегали сколько? Там были, ну, расстояния или просто так чисто? Ну, что-то там какие-то круги, там морпехи рядом были. У них там был спортгородок. Ну, там бегали. Ну, а сейчас ты работаешь кем? Строителем. Ну, то есть, ну, профессия конкретно? Ну, каменщик. Каменщик. Угу. Последний раз ты когда вообще занимался? В принципе. Ну что, прям вот именно подтягиваться, отжиматься. Последний раз? Ну давно. Давно. Очень давно, да? Да. Ну там на работе там ребята там прикрепили к бутылочке. Вот такую штуку. Брось, что ли, там, да. Тут там сделал самодельно. Ну вот, я залез на них, что-то там раз 10, наверное. Подтянул. Как там называется? Отжался. Ну вот. Ну, в общем, сегодня мы что, просто я хотел тоже сказать и показать. Вне зависимости как бы от результатов,
Все равно, как бы, ну, человеку уже сколько лет, живота нет. Посмотрим, что покажет по показателям. Понятно, что в зале не занимается, то есть, да. Но в любом случае ведет активный образ жизни, и можно хорошо выглядеть и нормально себя чувствовать. Так вот, какие у тебя хобби? Хобби? Да. Ну, у нас вот зал мы там занимаемся. Ну, я иду после работы, там маленько подрабатываю. Ну, имеется в виду хобби, это имеется в виду, типа, твое увлечение, не в плане, что подработка. Рыбалка там. Ну, рыбалка, охота, рыбалка, да. Да. Вот. То, что я знаю, что постоянно на рыбалку ты ходишь. Рыбалка, да. Ползимы там так. Я зимой люблю на свежем воздухе, целый день провожу, как бы. Возьмешь с собой чайку, нальешь, бутербродик. Ну и как бы. Ледоруб этот свой. Ну да, лунок 60 просверлишь, ничего не поймаешь, но физически устаешь. Ну вот. Как-то так. В общем, друзья, ну, наверное, начнем просто с жима лежа попробуем, да? Первое движение. Посмотрим, что как получится. А там уже посмотрим дальше, исходя из того, что будет. Вот. Так что сейчас пока разомнемся и начнем потихоньку. А ноги обязательно на пушек? Да нет, как тебе удобно. Скажешь, когда готов, я тебе могу снять. Давай. Раз, два. Отсыпай. Поставь вот сюда. То сюда кладешь, лучше вот сюда, ну, кладешь. Понятно. Мне может как-то по-другому маленько лечь или чего? Ну чуть пониже ляг. Сейчас еще раз просто попробую, чуть пониже. Вот запусти сюда и отсюда вверх. Давай. Раз, два, три. Оп. О. Ну, полтинник взял. Как сказал, мешок цемента пожму. Прибавим сколько еще? Ну, давай еще по десятке. По десятке? Да. Давай попробуем. Это будет 70, что ли? Ну, да. Прям вот не бойся, вот сюда на низ груди клади, а тут тебе легче будет выталкивать. Да, да. Ну ты, если что, отдыхай, не торопись. Или ты уже готов? Давай. Раз, два, три, оп. Отсыпай. Ну запас был, запас был. Видишь, что ты взял? Ты не говори просто. Скажешь, когда брать, я тебя вывожу и все, и делай. Вот сюда вот клади и оттуда давай выталкивай. Пошел. Ну, жмет хорошо. Но еще оставляет вот здесь вот паузу делать, не кладет пару сантиметров. Ну, техники нет, но жмет, ну, как бы силой. 90 на штанге. Давай, потихоньку, раз. Пошел. Давай, 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 хорошо. Молодец. Ну, 90 уже потяжелее, конечно, но для человека, который вообще не жмет, не отжимается. Да, да. Покажи трицепс. Ты говорил, тебя на одной руке перебили палкой-то. Вот на этой, да? Трицепс-то не так показывают. Вниз руку, наоборот. Вот здесь, да, тебя ударили? Да. Вот, кстати, татуировка. Сними. Татуировка зачем? Ну, чё, пусть. Север, юг. Запад, восток. Розметров, да. Ты прям на футболку блюк. Смотри, как это. Сейчас 100? Да, ложись как удобно. Подожди. Там нога. Давай. Давай, 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 отлично. Сотню прожал. Правда, опустил. Видишь, вот ты сюда опустил. Если бы сюда опустил, тебе бы удобнее было. Он жмет, как будто вот на верх груди, когда на лавке вот на наклоне лежишь. То есть там за счет амплитуды ты опускаешь вот сюда вот. Ключиц. И он туда же опускает. Вот. Это как вот, ну, как у всех новичков такие вот есть нюансы. Но это больше как именно билдерская техника, если уж так судить. Ну, сотню взял. Вот, молодец. Больше не возьму. Ну я просто рука не ожидал. Ну как бы я просто понимаю то, что для человека не натренированного, в принципе, там и стабилизаторы, и все работают. Пожать, как бы такой вес, это прилично. Вот чувак ходит на рыбалку, крутит лунки, как мне скажут, ну сотню, пожалуй, спокойно.
Вот. Отдыхай пока. Останавливай дыхание. Не знаю, подтягивай, не будешь делать? Турникет? Да. Не знаю. Ты делал, я записываю, говорю. Оп. Друзья, перешли ко второму упражнению, это подтягивание. Хорош. Хорош? Да, да. Мышь с весом, зачем забиваться-то? Попробуй, может, тебе обратным удобнее будет. Нет, мне вот так. Обратно прямым? У меня рука чуть не уворачивается. Так вот, ну, ты же не вот так берись, а вот так. Вот, видишь? Может, так удобно будет. Я так подтягиваюсь обратно. Вот, попробуем немного с весом погонять, так сказать. Вот. Но тоже, вы сами понимаете, и травмы, и все присутствует, поэтому в любом случае. Сотни уже зафиксированы в жиме. Сейчас турник с весом. Ну вот он размялся, без веса сделал пару повторений. Вот, сейчас потихонечку вес накинем и уже посмотрим, что получится из этого. Первый мой турник повесил мне тоже отец. На Харитон это был, да, по-моему? Да. На Харитон у нас была кладовка, там двери были, двери сломали. И повесил, он мне там туда турник повесил. А второй турник повесил, это вот как раз, когда я рассказывал историю, когда я приехал после деревни к бабушке, к Сане. Вот там тоже в деревне между дверного косяка, там спальня была наша и спальня двоюродного брата и сестры. Вот, и между тоже дверями, там он мне второй турник повесил. Вот как раз там я тоже летом подтягивался, а потом уже я когда приехал, помнишь, я рассказывал, когда мы руку там замеряли, там за 40 было, вот. То есть это тоже тогда было, это уже где-то класс был 8-й, а тот турник он мне вешал, ну, наверное, там с начальной школы, я помню, заставлял меня подтягиваться, но тогда я не понимал, ничего этого не хотел делать, мне это не нравилось, как бы, вот. Потом уже к этому пришел. Но мы уже оттуда уехали. Кстати, там даже груша висела в той квартире, тоже отец вешал. Но к спорту я пришел позже, поэтому... Сейчас бы я не прочь, конечно, из груши там, да, там. Кстати, здесь висела груша, но ее почему-то тоже сняли. Вот, ничего не осталось. Поэтому, как бы с детства, получается, старались заниматься спортом, старались, но тяжело к этому приходили. Цепляй сюда ниже, чтобы у тебя вес был ближе, ну, к паху, ну, чтобы он удобно не болтался. Между ног его зажмешь, вешай, не бойся. Ты должна залезть. Ну залезь, ну, вот. Здесь плюс 10. Давай, главное, резкий рывок снизу. О, хорошо. Да зачем? Одного раза хватит. Ну, плюс 10 взял. Руками взялся, все, и как ноги оторвал, сразу стартую. 15. Зажми ногами, если тебе удобно будет. Давай. О, хорошо, молодец. С 15 сделал. Ёлки, это уже тяжелее. Ну, конечно. Если что, магнезия есть. Остатка? Да. Руки вспотели. Давай магнезию. Погоди. Ну почти, почти. Пойдем. Руки хотели скользить, стали руки. Можно магнезий намазать. Да ладно. Ну считай, ну, 15 было. 15, 20 почти, почти. Почти. Оп. Ну как сделаешь? Потому что у меня вот эта рука, как бы, она сломанная была. Ну я вижу, у тебя трицепс здесь перебит на этой руке. И то, что... Вот, видишь, щиколок нету. Ну, давай вот так. Давай. Вот так вот, давай. Вот так. Вот так. Вот так могу. Она... На руке. Давай, давай. Руку за спину. Оп. Отлично, отлично. Молодец. Ну, отец всегда был крепкий. Если бы еще занимался, вместо строек, подработок, подрабатывать, потому что деньги надо постоянно. Вот, сами понимаете. А так, если бы занимался,
Я думаю, результаты в разы бы выше были. Вот, поэтому даже для того, что он сейчас имеет, это уже показатель хороший. Многие ходят в зал много лет, или там, я не знаю, вообще, в принципе, занимаются тренерами, сотку пожать никак не могут. Вот, а тут как бы просто пришел, лег, пожал. При том, что как бы я тоже знаю то, что после всех вот этих вот мастерком, когда работаешь, вот эти все моменты, кисти ломит уже под старость. То есть вот эти все моменты, да, там плечи, постоянно согнувшиеся, спина у многих болит. Но это все вот эти профессиональные болезни, как говорится. Ну, у строителей вот такие, допустим. У тех, кто за компьютером сидит, у них со зрением проблемы. С кровообращением, ну, потому что все время на попе, как у дальнобойщиков. То есть с руками, потому что они всегда кладут руку мышкой и клавиатурой. То есть там какая-то болезнь называется вот с пальцами, они потом как-то вот по-другому работают. Вот, поэтому это профессиональные болезни, как говорится. Ничего в этом хорошего нет. Но, как говорится, что имеем, по крайней мере, на данный момент? 100 килограмм в жиме лежа, 15, почти 20 килограмм на турнике, от пола несколько раз на одной руке и на кулаках всегда отжимался. Вот. Поэтому сейчас перейдем к последнему упражнению, подъему на бицепс. Вот. Понятно, что там не будем супер, не знаю, как чилинговать, как сможет, так и поднимет. Говорить здесь за технику смысла нет. Вот, сейчас тоже отдохнет после отжиманий и попробуем на бицепс что-нибудь поднять, друзья. И, наверное, на сегодня будем заканчивать. Вот, так что ждите. Друзья, ну вот получается 5 килограмм блин, 5 килограмм и гриф 6. Ну, то есть 16 сейчас отец попробовал, он сделал. То есть сразу я прибавлю побольше. То есть вот еще по пятерочке сейчас добавлю. Вот уже будет получается 26 килограмм. Замки мы не считаем, потому что они громовки весят по факту. Вот. Сколько сейчас? 26. 26. Ну, разок, да, вот так? Да, да, чисто по разику. Еще работать, потому что пойдет. Нет, не напрягайся. Чисто подбородку, оп, и все. Хорошо, ставь. Ну, можно добавить. Да. Внимание? Да, да, друзья, в общем, 36 на штанге. И оп, отлично. Если, кстати, вот заметить, да, то есть я говорил про мышцы. Вот видно, что трицепс вот такой же. Ну, воткни трицепс. То есть вот так вот локоть разогни. Ты лучше другую руку надо. Правую тоже? Да. Я имею в виду, что видишь, вот похоже. То есть у него просто здесь да, вот перебито, да, вот здесь точнее, да, вот. Да. А у меня здесь чуть подлиннее, потому что мне не тот, по руке не стрелял. А ты бицепс так же. Вот сбоку просто покажи. Вот так? Да не, ну вот так, как обычно, вот так просто. Вот так? Да, видишь? То есть такой же, как у меня. Вот здесь расстояние, видишь? Ну да, да, да. То есть в него генетика пошла, в плане, ну, строения мышц. Оп. Друзья, 46 на штанге. Отдыхает, кстати, отец вообще ну, буквально по 20 секунд. Не знаю. Наверное, уже торопится. Вот, 46. Сейчас посмотрим, возьмет он или нет. Оп, отлично. Ставим. Да, держу. Что, еще прибавим чуть-чуть? Ну давай. Давай. Попытка, не пытка. Закинь. Оп. 50, сколько? 6, да? 56, отлично. Нет, вот так может быть ей. Нет, ну я же неправильно сделал. Нормально. Да, но я думаю, на этом мы дальше не будем идти, закончим, потому что... Это все равно вес. Да, даже я взял, сейчас поднял на убитые руки, честно, мне тяжело было. Вот, как бы человек все равно без подготовки. Завтра не стану. Еще дел тоже полно, как говорится, и всего остального, поэтому... Давай, сейчас вот еще я разов 20 от пола отожмусь и собираюсь. Ну давай, давай. Добить руку до конца. За ВМФ. Все. Молодец. Показал себя с лучшей стороны. Вот.
И что мы имеем, в общем, по итогу? 100 килограмм жим, 15 килограмм турник, чистых 20 от пола, 55 на бицепс. Вот. Ну, на одной руке тоже отжался. Если бы еще, как говорится, дать хотя бы месяц просто прийти в форму, в тонус, вспомнить былые времена, я думаю, результаты бы в разы были лучше. Вот. Так что, друзья, всем удачи, занимайтесь. Тоже сколько лет отцу, да, он как бы не в зале занимается, не на турниках, там, не с железом, просто у него именно активный образ жизни в плане рыбалка, стройка. И как бы на месте не сидит, не офисная работа. И поэтому, как говорится, у него и живота нет, и в тонусе, ну, как бы свое тело держит. Поэтому как бы просто речь-то идет о том, что не обязательно там куда-то в зал ходить. А просто активный образ жизни, он как бы дает более-менее здоровье и, ну, тонус, жизненный тонус. Вот. Поэтому всем удачи, как обычно, больших бицепсов и всем пока.